Сладкая пятница прошла в городе над Бугом в стенах Брестского центрального универмага, партнера МТ-банка. Яркие плакаты и растяжки с изображением восточного лакомства, клоуны-зазывалы и диджеи входа в ЦУМ мгновенно привлекли внимание брестчан к акции «День халвы». У праздничного стенда, утопающего в шарах с надписью «Налетай на халву», у каждого из присутствующих была уникальная возможность бесплатно оформить карту рассрочки номер один «Халва». Мы организовали данную акцию совместно с нашим хорошим партнером, это Брестский ЦУМ. Хочу выразить им благодарность за помощь в организации проведения данного мероприятия. Цель этой акции, с одной стороны, это привлечь клиентов к этому продукту, показать его преимущества, а с другой стороны, дать возможность нашим партнерам, таким как Брестский ЦУМ, увеличить товарооборот, то есть, скажем так, увеличить возможность продаж товаров, в том числе и белорусского производства. Преимущество нашей карточки в том, что клиент, приобретая эту карточку, может покупать товары и услуги у наших партнеров в рассрочку без процентов и переплат. То есть покупает сегодня, платит потом. Кстати, обладатели первой в Беларуси банковской карты, которая дает право совершать покупки в рассрочку, ждал приятный сюрприз. Те, кто приобрел товар в ЦУМе, воспользовавшись картой «Халва», получили дополнительный месяц рассрочки – 3 вместо 2. Более того, каждого покупателя ждали приятные подарки от МТ-банка. Таких счастливчиков ни много ни мало – 40 тысяч по всей стране. Держатели карты убеждены – в свое время они сделали правильный выбор. Очень хорошая карточка в плане того, что можно брать и не платить никаких процентов. Я работаю в больнице, я рекомендую всем. И многие действительно подключаются к ней, пользуются, и очень я много уже товаров на нее купила. Например, что? Я купила кухонный комбайн в электросиле в рассрочку, уже расплатилась, сапоги купила, вот сегодня пальто купила себе. Одежда и обувь, мебель и бытовая техника, косметика, парфюмерия, ювелирные изделия, аксессуары и другие необходимые товары. С карты «Халва» вы сможете оформить покупку любой понравившейся вещи быстро и просто. Эта услуга доступна почти в 2000 магазинах-партнерах по всей Беларуси. При этом без первых взносов, процентов и переплат. Кроме того, по карте рассрочки «Халва» можно воспользоваться услугами медицинских центров, спа-салонов, турагентств и других организаций. Много слышала рекламы по телевизору и, в принципе, задумываясь сделать в доме ремонт. И решила посмотреть, как бы цены прошлась по нашим магазинам, и подумала, что будет очень удобно оформить карту «Халва» и пройтись по строительным магазинам, закупить какие-то материалы для своего ремонта. Для того, чтобы стать счастливым обладателем карты рассрочки номер один «Халва», необходимо обратиться в любое отделение МТ-банка, позвонить по номеру телефона контакт-центра 509-99-99 или оставить заявку на сайте МТ-банка. Для оформления «Халвы» потенциальным держателям нужно иметь при себе паспорт и справку о доходах. Желание сбывается с карты «Халва» от МТ-банка.